Дворцовый комплекс Кенбакун стоит на севере Сеула. В свое время это был главный, самый большой дворец династии Ли. Здесь жила королевская семья. Сегодня это, пожалуй, одна из самых значимых достопримечательностей всей Азии. В любое время года сюда приезжают тысячи туристов со всего мира. У этих красивых зданий непростая история. Комплекс дважды разрушали. Это происходило в 16-м, а потом в 19 веке во время японских нашествий. Более того, свой современный вид дворец приобрел лишь в прошлом столетии. Тронный зал и Национальный музей Кореи – только небольшая часть того, что расположено на территории этого огромного музея под открытым небом. Кёнбакун находится практически в самом сердце корейской столицы. Так что не упустите шанс увидеть его своими глазами. До встречи!